Сегодня у нас три участницы. Итак, встречайте. Участница под номером один – Мишель. Замужем один месяц, поэтому считает, что секс каждый день – это норма. Следующая наша участница – Александра Викторовна. В браке 10 лет, поэтому ее главный конек в сексе – это свежий анекдот. Ну и наша третья участница – Петровна. В браке 25 лет, поэтому по одному повороту ключа в замочной скважине может определить, сколько ее муж выпил и стоит ли ей опасаться. А, Елена Петровна, что с вами? Котлетки пересолила. Сочувствую. Ничего. Что ж, девочки готовы? Да. Начинаем. Итак, первый вопрос. Как вы охарактеризуете свою семейную жизнь в трех словах? Мишель? Страсть, любовь и секс. Александра? Стирка, жрачка, храп. Петровна? Можно не в трех, а в четырех? Ну, вам сегодня можно, пожалуйста. Лена, где мои трусы? Четко и ясно. Продолжаем. С каким животным вы бы сравнили своего супруга, Мишель? Тигр. Сильный и грациозный. Р-р-р. Александра? Хамелеон. Вечером пьяный, красный. Утром зеленый. Петровна? Жук-навозник. Почему? Делает из грязных носков шарики. И разбрасывает по всей квартире. Понятно. Идем дальше. Расскажите, какие продукты всегда есть в вашем холодильнике, Мишель? Бутылочка белого французского вина. Разумно. Александра? Банка рассолу. Понятно. Петровна? Мотыль. Что, простите? Мотыль. Будешь мотыль, говорю? Следующий вопрос. Под какую песню вы впервые с мужем поцеловались, Мишель? Мы поцеловались под Стинга. Александра? Марш Мендельсона. Будь я неладен. Петровна? Голуби летят под нашей зоной. Да? Да, причем пел он прям в меня. О! Еще один музыкальный вопрос. Под что вы любите заниматься любовью, Мишель? Под Джорджа Майкла. Александра? Вера Андреевна Сердючка. Хорошо. Петровна? Под Савика Шустера. Да, только чтобы я экран не закрывала. Понятно, понятно.